Ребята, всем доброе утро. Всем доброе утро. Сегодня среда. После моего дня рождения уже прошел день. То есть, ну, сегодня уже... Ночь! Ночь, Саша, вернее, да. Не разражай. Я пришел с больницы, там не надо было по делам сходить. Прихожу, говорит, Люда, ты легкий перевкус будешь или что-то такое, что тебе там тебе приготовить такое. Ну, по тортику он, я кофе сделала. А в обед уже сядем, да. Покушаем. Вчера великолепно у нас вечер прошел, хорошо, нам понравилось. Нормально. Да. Коньячок нормальненький всем был. Все понравилось. Всем все понравилось. В принципе, да, Саша? Да, да, стол ломился. Я дядь Вове еще на работу, он ночную наложила там всего. Дядь Вова, нифига себе. А я ему и того, и салатом положила, и мясо, и тортом. Да. В общем. Так что не голодный будет ночью. А у меня на тарелке композиция из двух тортов. Один соленый, другой сладкий. И, конечно же, бутерброд с красной икрой. Ну, посидели по-домашнему, так спокойно, без всякого пафоса. Мама, Сашина мама подарила денежку, поэтому сейчас пойдем. Да, да, сейчас пойдем куртку покажем вам, ребят. Курточку посмотрим. Мы вчера присмотрели. Ну, мы знали, что мама деньги подарит. Ну да. А мы пошли просто вчера курточку присмотреть. У меня просто зимняя куртка есть, но я в ней уже давно хожу, долго. И там поотлетали эти. Короче, засунула тут сюда лист салата. Кнопочки поотлетали, короче. Ну, надо обновить все равно уже. И какую-то хочу такую подлиннее курточку, чтобы попу закрывать. Ну, вот там массовки, Саш, она, по-моему, идеально. И попу, по-моему, закрывает. И не длинная, и не короткая. Как же вкусно на второй день. Да, а я ночью, кстати, встал, маленький кусочек мяса с ананасом взял. Куда бы тебе полезло, Саша? Это было 4 часа утра. Уже завтрак, да? В 4 часа утра человек немножечко голодный. Ребят, не обращайте внимания, я на мой вид, потому что я ночью пила воду. И на мои ногти не обращайте внимания. А то у меня никакого орла. А у меня, посмотри, пока готовила, поблазила, поломались ногти мои. Короче... Завтра пойдет на работу, а я ногтями займусь. Сколько приятных мне сообщений написали? Ни одного, кстати, плохого сообщения не написали. Вот за эти видео, которые были праздничные. Ни одного плохого. Ну, ладно. Зато дизлайк есть. Ну да, дизлайк есть. Ну, может, кому-то не понравилось. Я вообще смотрю, у кого-то вообще дизлайков куча. Больше, чем лайков. У нас мало. Ребята, кстати, вот тортик в разрезе, ну, плохо видно тут, ну, короче, вот такой вот, ну, плохо видно, в общем. Ну, вроде как вкусный, всем понравился. Очень вкусный, очень вкусный. И вот этот вот пирог тоже вкусный. Да. Саша, чуть не упала. Давайте мы покушаем, Саша уже с рук падает все. Мама вчера столько консервации привезла. Нет, картошки ни хрена нету. Ну ладно. Салют. И морковки нет. Я вон, это ж мама привезла, вот эти яблоки. Гляньте, эти яблоки. Ну это нет, это покупное. Не, вот ну это. Вот. И виноград домашний. Это у тети Жанны. А, это Жанна? Mm-hmm. Вот такие груши. И очень много консервации, еще одну тыкву привезла. Mm-hmm. У меня тыква лежит, она еще одну привезла. Надо что-то делать с ней. Пирог какой-то, говорят, вкуснее есть. Тыквенный? Угу. Ну да. То есть тыква куча всего делает. Ладно, будем, ребят, кушать. А, еще два арбуза привезла. О, арбуз еще привезла. Мы днем разрежем, наверное, один, попробуем. Ну, да. Ребята, арбузы в октябре. Где вы только видели? Только у нас почти уже в ноябре. На канале Людок Сашок, увидите, днем.